Мы сегодня будем, мы сегодня расскажем, как делать вот такие цветные песочки. Да. Нам для этого нам нравится манго. Вот такая вот сыпется, очень прикольно. Специальная водичка, тарелочка, в которую будем тщательно мешать, и вот такие красители. И потом он, когда высохнет на бумажке, мы засыпем в это яблочко наш песочек. Все правильно. Итак, друзья, сегодня мы вам расскажем, как дома из подручных и кого есть в любом, на любой кухне продуктов, можно сделать очень интересную игру. Для этого нам понадобится, как я сказал, манная крупа, красители. Мы используем пищевые, тут много разных. Сейчас посмотрим, какие есть цвета заодно. И еще тарелочка и водичка. Да, специально. Водичка — это спирт. Спирт. Можно использовать чистый 90%, 96%. Можно, мне кажется, использовать даже медицинские растворы, как горный спирт и тому подобное. Этого будет достаточно. Суть в том, чтобы он быстро высыхал. Если вода будет у нас манную крупу размачивать, то спирт он моментально высыхает и окрашивает манку в нужный цвет. Очень хорошо. Итак, для того, чтобы приготовить, нам понадобится... Ты бери тогда ты ложечку, я тебе буду наливать сюда. Над этой тарелочкой берем 3 столовые ложки спирта. Затем мы возьмем краситель. Оранжевый, да? Да. Попробуем. Держи. Насыпаем оранжевый. Вот, давайте. Тщательно размешаем наш оранжевый цвет. Он даже какой красновато-оранжевый. Основа-то желтый. Итак, теперь нам нужно 6 столовых ложек манки. Держи ложку. И давай манку. Манку отсюда сюда. Будем считать. Раз. Отлично. Сейчас мы очень-очень тщательно все перемешаем, чтобы у нас каждая крупинка нашей любимой манки покрасилась и стала насыщенным цветом. И не было никаких комочков. Спирт он очень быстро высыхает, и краска остается у нас на крупе. При этом уже практически сухо все. В общем, перемешав, у нас получилась вот такая вот каша, только есть ее, наверное, не стоит. Для того, чтобы нам досушить нашу манку, мы ее тонким слоем рассыпем на подготовленный лист бумаги. И разравниваем. Минут через 15 спирт окончательно подсохнет, и мы получим сухую смесь ярко-оранжевого цвета. Да, еще нужно перемешивать периодически, чтобы не образовались комочки. Итак, ребята, если вам понравился рецепт нашего интересного цветного песка, ставьте лайки под видео, и в следующем видео мы вам обязательно расскажем, как можно интересно поиграть с нашими получившимися разноцветными песочками. Не забывайте следить за нашими обновлениями, ставьте лайки. Пока-пока!